Если вы хотите немножко пожить в Канкун, акклиматизироваться, ну и так далее. Вот. Да, такое тоже можно сделать. Можно взять машину в аренду, но здесь свои особенности. Здесь в Канкун и вообще в Мексике не возвращают депозит. Удерживают его максимально долго. У меня там около 250 долларов так и не вернули по одной из компаний. Без машины можно тоже здесь использовать. Есть возможность, например, перемещаться на автобусе. Здесь есть знаменитый пляж Playa del Carmen. Вот как раз та компания, которую мне так и не отдали деньги. Я брал у них большой минивэн. Вот это вот компания Firefly. Вот $300, $250 вот она. Так они меня не вернули. Ну, бог с ним. А машину я у них брал. Вот Dodge, по-моему, или Chrysler был большой. Платил за нее $55 за сутки.